Від комуністичної партії народний депутат Симоненко. Уважаемые коллеги, уважаемые граждане Украины, хочу высказать позицию нашей партии в отношении развития событий на востоке Украины, которая приобретает очень серьезный, угрожающий характер для целостности нашей страны. Эскалация напряженности только усилит эти противоречия, и от истерики надо перейти к здравому смыслу в оценке тех событий, которые происходят у нас на востоке Украины. А самое главное, ответить на вопрос, а что сделала украинская власть для того, чтобы не было этих событий на востоке. И давайте мы начнем с того, что проанализируем, а с какими требованиями граждане, а это народ Украины, проживающие в Донецкой, Луганской, как и других областях, вышли и какие они свои права отстаивали. Они требовали давно уже, с первых лет независимости Украины, чтобы определена была государственная позиция в отношении статуса русского языка, о необходимости проведения местных референдумов для того, чтобы защитить свои права и интересы на то, что, как они оценивают культуру, историю, события. И, безусловно, это сегодняшняя повестка дня — федерализация страны. Что делает украинская власть? Не слышит и игнорирует. А тем более начинает вместо слов, которые дают понятийное правильное толкование позиции граждан Украины на Донбассе, сегодня обвинять их в преступлениях, обвиняя в сепаратизме. Я хочу, чтобы мы сегодня еще раз обратили внимание на то, что, заявляя о каких-то сценариях, вы знаете, я хочу здесь покаяться и извиниться перед вами. Я все время утверждал, что у нас националисты проамериканскую и прозападную политику проводят и отстаивают их интересы. Но я ошибся, потому что, судя по тому, кто у нас начинал захватывать здания, администрации, и когда, вы не забыли, господа националисты, кто захватывал СБУ, милицию, кто захватывал арсеналы, кто захватил оружие, и до сих пор тысячи стволов находятся в руках тех, кто уже сформировали бандформирование и шастает по всей Украине. Разве не вы дали пример и сценарий? Так оказывается, вы выполняли не американский, а сценарий Российской Федерации по уничтожению независимости Украины, по расколу Украины, по разграблению Украины. Вы эти примеры все показали сегодня, граждане объективно правильно используют, потому что вы все время говорили о том, что вам угрожают силовиками. Вы сегодня вооруженных людей бросили против тех, кто мирным путем хотели отстоять свои права. Вы сегодня все делаете для того, чтобы запугать людей. Вы арестовываете людей. Вы ведете и развязали борьбу против инакомыслия. Я считаю... Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу заспокоїтись. Шановні колеги. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу заспокоїтись. Оголошується перерва на 10 хвилин.